Это вот такой вот динозавр, как бы монстр одновременно у него. Вот. Начну показывать его лицо. Ну, с морды, с пастки. Вот. Вот такая вот у него морда, вот. Вот такой там внутри дырка какая-то, вот. Непонятная, вот. У него там все блестит, вот. Зубы вот такие белые, это он так сделан. Вот такие у него глаза белые с черными штучками, вот. Такой красивый, вот, фиолетовый, вот. Ну, очень-очень страшный, вот. Сейчас. Немного я на его голову наведу, вот тут. Чешуя, вот, вверху. Чтобы было видно. Какой рыбы, похож на рыбу, вот. Чешуя, вот тут. Это вот рога у него. Правильно, рога показать, вот. Это у него рога, вот. Такие вот. Это, в общем, обзор пока что головы. Но сейчас... Такой вот он страшный, вот. Снизу он выглядит вот так вот. У него вот такие вот лапы. Похоже на лапы лягушки. Похоже на лапы лягушки, но нет. Это у него такие лапы, потому что у лягушки были бы лапы зеленые, а у него фиолетовые, вот. Тут у него на животе написан фирменный знак. Фирменный знак максимально мутно, поэтому я ничего не смогу сделать. Когда вот наводишь, получается мутно, потому что либо не видно, либо видно, вот. Такие у него лапы, вот. Лапы и живот, вот. Думаю, живот уже показал, вот. А вот лапы внутри тоже блестят, как будто у них там что-то или... В общем, с блестками он такой. Интересный. Вот. Сейчас немного о лапах. Это вот это вот. Это у него хвост. Чтобы не думали, что это что-то непонятное на нем приделано. Вот это у него такие лапы, вот. Вот, а на этой лапе у него хвост. Хвост. Вот лапы. Это у него бок тут. А вот, хвост начинается, вот, так вот, и хвост идет. Вверху у него у хвоста вот непонятная кнопка, которая абсолютно не нажимается и ничего не делает. Для чего эта кнопка, я не знаю, поэтому говорить не буду. Вот, сейчас покажу с этой стороны, вот тут. Он завинчен, тоже блестит чем-то, блестит, блестит, блестит. Как будто то ли горяхнет, то ли что, но он так блестит. Вот такие у него лапы. Лапы такие у него замечательные, вот. Ну и плавно, конечно, от лап... Плавно, конечно, от лап перейду к крыльям. Крыло через этот, через рог переодел, потому что это, чтобы показывать было удобнее, вот. Такое у него крыло, вот, похоже на орла, вот. На орла похоже, или, ну или... Я так точно не могу сказать. На кого оно вот похоже, вот это вот крыло. Но крыло вот такое вот есть. Тут даже написано на каком-то непонятном языке. Это игрушка из Макдональдса. Кто понимает, прошлое видео,
У меня было о Макдональдсе. Еще было видео когда-то о Макдональдсе. Вот и сейчас эта игрушка тоже из Макдональдса. Поэтому, кому понравилась игрушка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще таких игрушек буду показывать не раз, но не завтра, не сегодня. Тут, когда время придет. Поэтому обещать не буду, что это будет очень быстро. Еще много таких игрушек. Но могу сказать с уверенностью, что они обязательно еще будут. Поэтому спасибо всем за просмотр.